Сегодня в руках ребят не только шахматные фигуры, но и книга с автографом. Юные шахматисты из Саратова, Волгограда, Дагестана, Тюмени и многих других городов встретились со своим кумиром, известным гроссмейстером Сергеем Корякиным. Я в детстве занимался, кроме шахмата, много чем, и акробатикой, и там, английским языком, и рисованием. Вот. Но в какой-то момент я понял, что в шахматы у меня самые лучшие результаты, и я получил удовольствие от игры. И потом, когда пошли победы, когда стал выполнять там третий, второй, первый разряд, то понял, что шахматы – это точно мое. Он прибыл в шахматный дворец на завершающий тур Кубка Сергея Корякина среди юношей и девушек с 8 до 15 лет. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 111 юных шахматистов из 11 регионов страны. Они боролись не только за право выиграть почетный трофей Кубок гроссмейстера, вице-чемпиона мира по шахматам Сергея Корякина, но и за возможность устроить с ним блиц-партию. Такая честь выпала Никите Константинову. Прям хотел сыграть с Корякиным. Ну, потому что он чемпион мира, а я ни разу не играла с гроссмейстером. Переживаешь? Нет. Почему? Уверен в своих силах и готов? Ну, а что переживать-то? После игры Сергей Корякин пообщался с будущими профессионалами. Он ответил на различные вопросы ребят и сделал с ними фото. В завершение тура Кубка России именитый шахматист лично вручил победителям награды. Анна Забалуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24.